Привет автолюбителям! Вы на канале ProgAuto. Меня зовут Дмитрий, и это постоянная рубрика «Решение Simply Clever». Бывают случаи, когда вам может понадобиться светоотражающий жилет. Например, если на трассе возникла необходимость поменять колесо. А в многих европейских странах наличие светоотражающего жилета вообще является обязательным требованием. Но, как всегда, возникает вопрос хранения светоотражающего жилета. В багажнике он может просто-напросто потеряться, вы забудете, где его положили. Но даже этот вопрос Шкода решила. Под сиденьем водителя есть специальный отсек, где хранится светоотражающий жилет. Правда здорово, когда все лежит на своих местах. Simply Clever – философия Шкода. Все просто и продумано для вашего удобства. Подписывайтесь на наш канал, узнаете много интересного об автомобилях Шкода. Приезжайте в автоцентр ProgAuto, увидите все своими глазами.